Вместе с сотрудниками Десногорской автошколы воспитатели детского сада «Лесная сказка» организовали и провели для воспитанников мероприятие «Нам дорога станет другом». В игровой форме ребятам напомнили правила и знаки дорожного движения, закрепили пройденный материал в процессе подвижных игр. Такие тематические занятия в детском саду организуются регулярно. Проводятся экскурсии по городу и беседы со специалистами. Мы с ребятками изучаем дорожные знаки, сигналы светофора, как правильно себя вести в общественном транспорте, переходя улицу и вообще играя, гуляя на улицах, во дворах нашего города. Укрепляя, изучая дорожное движение, мы ребяткам сохраняем жизнь. А это значит, что у нас в городе воспитывается грамотное положительное поколение. Надо слушаться светофором и всех дорожных знаков. Я правильно принесла свой знак. Мне понравилась игра светофора. Рады, что вы спасли всех нас. Мы говорим спасибо, ждем в гости снова вас.